Привет, меня зовут Шаназаров Шахджахан. Я ученик курса робототехники в учебном центре ДАТА. Сегодня я сделал вот такой проект в кнопке Arduino. У меня ушло полчаса на этот проект. 15 минут я укрепил провода, а 15 минут я заставил код. Если нажать кнопку, лампочка включается. Если не нажать, она отключается. Эта сторона подключается на минус, а минус подключается на G на D. А эта сторона подключается к плюсу, а плюс подключается на 5 вольт. А здесь подключается оно на пин. Без кода она не работает. Если составить код, она будет работать. Месяц назад я про этого ничего не знал. Когда я пришел в учебный центр ДАТА, я ко всему научился. Раньше я думал, что это очень сложно. Когда я пришел в учебный центр ДАТА, я узнал, что это не совсем трудно, и каждый может делать такой проект.